Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет дальше в проекте «Холостячка». А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего, кто больше подходит к Ксении Мишиной, кто, по вашему мнению, должен победить. Чем ближе финал, тем сильнее чувство к оставшимся мужчинам, тем важнее для холостячки честность в отношениях с каждым из участников. Ксения Мишина проверит правдивость любовных признаний. Чтобы убедить холостячку в своих чувствах, мужчины пойдут на рискованные шаги. Но получится ли у кого-то из них обвести вокруг пальца эксперта по лжи? За неделю холостячке придется разобраться в истинных мотивах мужчин. Почему один из фаворитов будет всеми силами избегать откровенного разговора с девушкой? Чья реальная цель после проекта – политическая карьера? И кому не следовало доверять с самого начала? А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего? Кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной и должен победить? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!